Дорожки нитей в руках мастера превращаются в панно. Татьяна Ваян – профессиональный дизайнер, художник по ткачеству и педагог. Традиционному плетению она отдала более 25 лет. Для художницы важно не просто сохранить карельские декоративно-прикладные ремесла, но и применить эти технологии в современном мире. Есть фестивали, на которые даже мы проводим различные мастер-классы на фестивалях по ткачеству, по лоскутному шитью, вот по матику у нас было. Конечно, в поисках нового. Я тот человек, который работает все равно в области дизайна, то есть я все равно ищу новые формы, мне это важно. Мне даже не совсем важно, технология понятна, она интересна всегда, но вот как применить... Работу Татьяны и ее вклад в развитие народного творчества оценили на федеральном уровне. Недавно она получила премию «Душа России». Награждение проходило в Москве, куда приехали умельцы от Камчатки до Карелии. Они открыты все, достаточно открытые. Точно, наверное, так же, как я, вот ищут какие-то точки соприкосновения с другими регионами. Ну и, наверное, самое главное – это люди, которые продолжают сохранять, ну, естественно, развивать нашу народную культуру. Народное творчество поддержали рублем. В качестве призового фонда Татьяна получила 100 тысяч. По словам Татьяны Ваян, скорее всего, грант пойдет на реализацию новых творческих проектов. Художник мечтает, чтобы у каждого жителя Карелии был в гардеробе национальный костюм. Или хотя бы один уникальный элемент, который можно носить в повседневной жизни. Маргарита Михайлова, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».